Здорово всем, бро! Вы очень часто меня и очень много, кстати говоря, просили снять какой-нибудь летсплей про Майнкрафт. Ну и выживание как-то мне неинтересно, да и показались они скучными. Творческий креатив неплохо, но тоже скучновато как-то, я пробовал снять совсем недавно. И я наткнулся на офигительный режим, который называется Speed Builders или Быстрые строители, Быстрые строительства. В общем-то, это режим, где нам нужно за какое-то определенное время воспроизвести, чем точнее, тем лучше, постройку. Тот, кто останется последним на арене, тот и победил. Мне кажется, этот режим прикольный, по крайней мере, потому что это соревнование, и тут нужно развивать свою память. Зеленый. Так, ясно, давайте попробуем. У меня память, сразу говорю, не очень хорошая, но я буду стараться. Теперь зеленый. И все это дело нужно застроить черным. Честно, я не уверен, что я все делаю правильно. Все правильно, смотрите, perfect match. Офигенно. Это значит то, что мы построили на 100%. И между прочим, я просто не знаю свой ник, это купленный аккаунт. Спасибо, кстати, Мише, моему подписчику, который мне его подогнал. Да, мой результат 100%. Смотрим, какой сейчас человек у нас выбывает. И выбывает у нас вот этот чувак, который построил непонятно что. Да, ну бывает. 3 на 1, 2, 3, 4, 5. Внутри что? Ага, начнем с двери. Раз, два, три, четыре, пять. Быстренько все это дело замыкаем. Фак. Вот это меня больше всего бесит, когда ты ошибаешься. И блоки нужно бегать их собирать. Не могли сделать креатив. Вот серьезно. Решеточку. И кровать. Perfect match. Я, между прочим, сделал это первым. Посмотрим, что построили люди. Смотрите, никто вообще, в принципе, до конца не закончил эту постройку. Да. Чуваки построили коробку, но не поставили в ней кровати. И выбывает вот этот парнишка, который не поставил перегородки, так сказать. Ферма коров... А нет, корова... Курица-корова. Раз. Начинаем с курицы. Корова. И я не помню, допустим, здесь. Пускай будет корова. Теперь нужно это быстро все закончить, чтобы не остаться в лузерах. Хоп. Да, perfect match, прикиньте. Вот это у меня, оказывается, память. Ага. Да, детка, чувак. Ты что-то не справляешься, да? Посмотри на меня. Посмотри на свою постройку. Теперь на мою. Опять на свою и опять на мою. Кто на коне? Я на коне. Ха-ха. Шуточки за 300. Ну, давай, стражник, выбирай. А, и как раз этот чувак у нас проигрывает. Еще не совсем я выздоровел. Дом. Раз, два, три, четыре, пять. Ставим. Да уйди ты, житель! Мазафака! Быстренько, быстренько. Нужно поторопиться. Я не помню, какой высоты должны быть. Стены. Ну, мне кажется, точно не ниже той высоты, которую я построил сейчас. Хотя, возможно, и ниже. А, я не успел. Посмотрим, кто вообще что построил. Ну,
не знаю. Нет, я не выбываю. Посмотрите вот на этого пацаненка. Он вообще толком ничего не построил, поэтому он выбывает. И меня это радует. Не то чтобы я, конечно, злорадствовал, но... Меня радует то, что я не вылетаю. Мистер Вормс Хаус. Так, что-то непонятное. 3 на 3. Ладно. Я так и не понял вообще, что это за постройка. Быть может, вы знаете. Последний ряд. Ага, голова. Руки. Я точно знаю, что две кнопки были здесь. Да, перфект матч. Я не вылетаю. О, славься, стражник. Кто? Кто вылетит? Мне интересно, кто вылетит. Никто не вылетает. Продолжаем. Раз, два, три. Красный, красный. Все, понял. Три. Смотри. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь, наверное, это все нужно застроить. Красный, красный. Белый. Белый, белый. Красный, красный. Красный, белый. Красный. И здесь, наверное, красный. Не уверен, но попробуем. Да, перфект матч. И я закончил первым. Вот этот ник Кол 1212, это, ну, типа мой ник. Теперь кто у нас вылетит? А, я уже вижу, кто... Нет, я думал, вон на того чувачка вылетает именно этот. Ну, ладно. Два, три. Понятно. Хоп. Давай же. Я думаю, здесь тоже надо застраивать. Я, конечно, не уверен. И тут так. А, не успеваю. Блин, они все же закончили уже. Фак, они все закончили. Я не успел. Ладно. Добрались до третьего места с вами мы. Ну, неплохо. Давай уже, Руш. Ребят, хочу вам сказать спасибо за просмотр. Да, летсплей получился немножечко коротеньким, но это пилотный выпуск, и если вам он понравится, обязательно напишите об этом в комментариях или поставьте лайк. Просто поймите, я не экстрасенс, не телепат, чужие мысли читать вот так вот просто не могу. Поэтому мне необходимо то, что я бы увидел, а это комментарии, лайки. Ладно, все, всем пока, вы классные, бро. Бдю.